Добрый день, друзья. Приношу свои извинения за качество изображения и грязные стекла в этом осаднике. Так как это осадник временный, я не позаботился о чистоте стекол в этом осаднике. Но события не требуют отлагательства, и мне очень захотелось снять это событие для вас. Сегодня граф Суворов пообедал своим напарником по осаднику и сейчас вот кушает рака. На третьи сутки своего содержания вот в таких стесненных условиях граф Суворов съел своего напарника. Я последнее время беспокоился, что граф Суворов плохо кушает. И вот он пообедал. Правда, надо сказать, что последнее время я редко кормил его мороженными раками. Мне, конечно, жаль вот этого рака. Они прожили вместе с крабом 6 месяцев. Но, с другой стороны, краб основной мой житель в этом полюдариуме. И я немножко рад за своего крабика, что он наконец-то смог покушать. У них были раньше стычки, и рак даже терял свои клешни, но после линьки восстановился. В прежнем полюдариуме у них было гораздо больше места и было укрытие для обоих. А здесь условия слишком тесные. Раку было негде спрятаться, и он попал на обед к крабу. Я также заметил, что краб предпочитает обедать на суше, когда он кушает рака. И рака он кушает точно так же, как кушаем его мы. Он съедает шейку рака. А голова-грудь оставляет нетронутой. Когда я чистил полюдариум, освобождал старый полюдариум, я там нашел пару недоеденных голова-грудей, а шейки были съедены от мороженых раков. И сейчас вот он объел уже нижнюю часть рака, хвостик, или как мы называем, шейку, и сидит сытый, довольный.